И снова всем здравствуйте. Кыш! Машка нас ест. Кормим мы ее, кормим, кормим. Приехали мы чисто за травой, за одной. И нам нужно надрать вот этой матрешки, короче. Матрешки. Вот этой душицы. И зверобою. Находимся мы в таком красивом месте. Тут такая вот дорога маленечко есть. Трасса далеко отсюда. Деревня недалеко отсюда. Здесь так вот березки одни. Но вот за этими соснами находятся кедрачи. Кедра прям много. О, сейчас смотрите, что будет. Во, хапуга. Собрал, да пошло нас. Видал, что творится. Это букетик. Сейчас принесет жене, скажет, держи, красота моя. Да? Так и будет, да? Так и будет, да. Ну, вот видишь, как вот хорошо. Она, это кровохлебка или что? Где? Не, это не кровохлебка. Ну, так и... А я вот ходил-то на днях, искал. Кто он? Вот он. Цикорий. А он вот он, тут растет. Сейчас я вот маленечко подкашу тоже. Донник надо набрать. Снёт. Тоже вкусненький чаек. Его здесь много. Здесь машин почти не бывает. Ну так, залетные такие, как мы. Клубники. Ё-моё, клубники нету. Вообще нету. Вот ягодник, клубники, клубничник. А ни одной ягодки нету. А? Клубника отошла. Ты чё? Ее вообще нету. Ни одной ягодки даже не видел. Вот. Оказывается, запасы пригодились прошлогодние. О, куст боярки какой. Здоровенный. Прям, прям хороший. Ну-ка, я сейчас еще и попробую ее же. Я сейчас же ее еще и попробую. Можно ее уже клевать или не можно? Ух ты, колючая. Вот такая боярочка. Нет еще. Рано. Не то. Ну, есть. Боярка есть. Если вкус залезть, тебя там и не найти никогда. Прям хороший кустище, здоровый. Находил, а я не нахожу. Нету ничего тут. О. Ну, точно есть. Вот кусочек. Одна ягодка. Попалась. Нету ягоды. Вообще нема. Можно не искать. Вот кедрушка маленькая. Вот такая вот краснявица выросла. Какая густая. Чё, шишек нету в этой кедре? Ну-ка, вон той пойдем посмотрим. Вот в этих. Сейчас посмотрим. Это сосна.
На ней шишек прям тьма. Вот эта ветка, да, она вся прям засыпана шишками. Так, кедруха, показывай свой приплод. Где ты его прячешь? Есть он у тебя вообще или нету? На этой нету. Нету. Нету приплода на этой кедре. Фу, в глаз попала гадина. А на этих тоже нету. Тю-тю. На соснах есть, на кедрухах нету шишек. Еще рановато на этих. Им еще надо лет 10 подрасти, наверное. А вот на это что нету? Алло. Нету. И на этой нету. Ну-ка повыше забраться. Ну нету. На этой тоже нету. Может быть, следующий год будет. А может и не будет. Хоть бы на одной для смеха бы одна шишка бы показалась. Так, для балды. Все. Вот такие кедрушечки здесь. Молоденькие еще. Совсем махочки. О, ямка. А тут что-то копали. Хе-хе, есть. Вот, для смеха. Просили для смеха, пожалуйста. Вот она. Для смеха одна шишечка. Видно, да? Ну, где-то есть. Слепошарый. Так на самый верх забрался. Вот она. Нашел я ее. Все. Увеличил сколько мог. Больше нет шишек. Одна. И стрёмненькая такая. Ну, как заказывал. Так и появилась. А нет, вру, вот еще одна. И не одна, а раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Вот. Вот. Мошки брысь. Видно, да? И он на самом верху. Вот они. Шишебалочки. Маленькие. Залезть, что ли, одну испортить. В общем, шишка есть. И на той он, я вижу, тоже есть. О, на самой макушке. Вот сколько у меня цветочков нынче. Нормальных вот. Душица, душица, матрешка, лобозник. Зверобой. Где-то там еще ромашка есть. Где-то ромашка спряталась. Не знаю где. Где-то там. Не вижу. Ну, в общем, она где-то здесь. Ну, ее видно. Видно ее. Ну, и хорошо, что ее видно. Ну, и как букетик? Всем здоровья. И вот такой букетище у нас. Вкусно будет. Очень вкусно. Тут березняк один. Почти. Здесь зверобою больше. Стал попадаться прям хорошо.
Вот он растет, зверобойчик. Вот еще мошка бы. Нажрался я сегодня этой мошки. Лобазника сколько много. А вот грибочков я не увидал. Нет, увидал один. Что-то я его даже не стал показывать. А что он ни к селу, ни к городу? Нету грибов. Не видать. О, машина поехала. Здесь только грибники ездят. Ягодники. Пасечники, может быть. О, подровнял. Проход освободил. Я вот так делаю. О. Они все равно сухие. О, о, сколько сделал дорогу хорошую какую. Вот так. Все, хорошо идти. Я всегда так делаю. Ну еще вот тут посмотрю сейчас. Если грибочков здесь нема, все, я разворачиваюсь и потихонечку в сторону дома. Конечно, нету. Откуда? Кто-то дерюгу потерял. Курточку. Ну вот и все. Ишь ты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Малинка. 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 А вкусная. Ну-ка, иди сюда вся. Малинка. Ням-ням-ням-ням. Вон сколько. Твою задонула. А тут ромашки. Видимо, невидимо. Тут что за шур? Там обвал какой-то идет. Ой-ой-ой-ой. И ромашечка, о, какая ядреная. Не улететь бы в шахту. О, вот что мне надо было. Вот она, кровохлебочка. Вот, я ее сейчас надеру. Ромашки накашу, кровохлебки наберу. А ромашки, ты смотри сколько. Прям пропасть целая. Я столько давно не видел ее. А есть же целые поля ромашковые. Вот там, наверное, вообще красотища. Ну ладно. Мне это и хватит. Вон сосенка хорошенькая. Ну все, я собираю ромашишки. И снова я вышел на кедрачи. Вот они. Кедрушечки, сколько их тут. Молоденькие. Тут и целый ряд. Это лесопосадки такие. Раньше люди умные были, знали, что садить надо. Вот сколько их здесь. Вон они, видно, шишечки там. Вон они прям. Я их вижу. А, блестит-то, какая она смолистая. И около мене. Ну-ка, иди сюда, посмотрим поближе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прям, ой, прям аж блестит. Вот она, аж блестит. На солнышке переливается. Опять прилетела в рот, прям падлина. Вот так вот.
Вот такие красивые. Все, спускаемся. Вот она, вот она. Вот она прям, вот-вот-вот-вот-вот, сысочки, две штучки. Там еще есть. Там еще есть. Вот такие здесь кедрушечки красивые прям. Прям красивые-красивые. Ой, что-то нажал не так. Вот так вот, во. Вот они, сколько их тут. А это сосенки пристрогались здесь рядышком. Вот это вот сосна. Вот это вот сосна. А рядом кедруха. Вот она такая. Вот все. Это кедрушки все. Одна там всего пристрогалась. Но это еще не все. Они вот так вот идут, идут туда. Потом еще там с правой стороны есть. Вдоль дороги. Подъезжайте, не ленитесь. Но они стрёмные. Я вам скажу. Они маленькие. Вот так вот они красиво растут здесь. Вот так вот красиво они здесь растут. Аллейка такая. И гуляй. Около кедров. Около кедров. Кедры взмываются в небо. А, запах еще здесь. О! Вкусно пахнет. Это какая-то. Не такая, какая-то она реденькая. Но нет, уже шишки есть. Вот они прям. Прям вот они, можно достать даже. Их больше всех на ней. Вон сколько видно, да? Сейчас попробую достать все-таки я одну. Попробую. Еще дело в том, что деревня рядом. Вон она. Видно, да? Вот они, дома высотные стоят. Это высокий поселок. Так что здесь за шишками. Как сказать еще? Вот за этими, пожалуйста. Вот они. Вот они сколько много. О! Сосновые. Распушились. Вот такие надо шишечки заливать спиртиком. От инсульта помогает. Их тут навалом. Как вам рябинка? О, какая ядреная. Красная, прямо жгуча красная. Подойдем поближе. О, какие грозди. В прошлом году больше было. Ну и в этом есть, но... Ну и есть. Хороший кустик, рясный. А вот калинка рядом. И что-то растет она в какой-то яме. А? Нормально. Вот калина. Калины тоже много. Здесь сосняк. Все, выхожу. Не достал я шишку. Не полез я за ней. Я полез и не долез. Руку потянуло судорогой. А палки здесь не вижу. Крючок, что ли. Ха! Грибочком хана уже. Засохли. Только что за грибы, непонятно. Но это не маслята точно. Все. Хорош.
на хаус. О, малинка. Маленькая-маленькая. А я ее съем все равно. Хоть она и маленькая, я ее стрескаю. Все, все обобрал. Все. Фу. Ну, какая маленькая. Карликовая какая-то. О. Вот на сосну хорошо залазить. У нее сучки вон какие хорошие. Да и на кедруху можно забраться, но я не полез в общем. Че ее зря портить, эту шишку? Она все равно молочная. Вот она, кстати. Ну видите, вон какая она, чуть побольше сосновой. Провожают меня птички домой. Говорят, вали отсюда, хорош тебе здесь уже лазить. Что я и делаю. Хвои можно надрать на чаек кедровой. Но у меня есть. Зачем я буду ее драть? Фух. Еще бы здоровье. Вообще в ништяк было. Ну, как-то так вот. Вот такой выгул на сегодняшний день у нас. А, ходил, ходил, так и не выходил. Надо же мне. О, как вот. Цикория подкопать. Чуть-чуть. Сейчас я его вон там надергаю. Все. Сейчас заканчивается все здесь. Кыш. Гнусые мошка. Еще хорошо ветерочек поддувает. Если бы ветра не было, тут кранты были бы. Просто труба дела было бы. Да, забыл сказать про свиней. Вот этих свиней, вот поймать бы их, заставить бы это все-все здесь выбрать. Вот прям все. И не только здесь, а по всей округе. Ну все. Вот такой у нас нынче урожай. Ой, как будет хорошо-то, вкусно. А? Чего я-то не нарвал? Ну не нарвал я ее, не нарвал. Ну, а у меня есть. Это что, чай? Где? Ну чай пить. Ну можешь чай пить. А для чего еще? Давление снижает. Что ты там? Да хотел снять. Кого? Ну просто. Асфальт новый положили. А новый его положили. Вон Иван чай, блядь, кругом растет. Уедем. Молочком торгуют, сыром.
сколько. А тебе надо что? Одна вишня. Видишь, и машины стоят, скучно.